Давай туда попробуем погрустить. Бывает, когда кричишь? Крикни сейчас, давай, давай! Учишься в школе? Нет, кто ответит? За наступление. Ты посмотрел на нас грустно, с печалью. Хорошо. Ты же голодный, что надо? Меня зовут Лена, мне 6 лет. Это что это такое? Это экспромт. Ты вот такая стойкая, тебе страшно, но ты стоишь. Смотришь. Как ваш, я хочу дочь. Мяу-мяу. Мяу-мяу, да я все. Я хотела рыжую мальчишку и белую девчонку. Мне кажется, это какое-то масло надо будет на контрасте, либо Адам взял. Это мое. А с Адамом очень сложно. Ты не справишься. Позитивчик. Он вообще ни одной эмоции не выдает. Ни серьезной, ни... Да нет, разрушенный. Ты о чем ты говоришь? Да, Валентина, ну что? В поле охваты и в парне окрада. Лекарство от скуки, копипасты разврата. Глупые куклы вышли из чата. Это ода моему поколению. Борьба за внимание, враг в отражении. Ранение в сердце, хорошее средство. Сделай погромче, разорвем килогерцы. Шипи одни в нем. Поехали! Идет камера. Школа играть! Визит на Камри. Спаси, сохрани. Не отвлекайся, плати. Это заново. Я вспомнил себя, что я тоже снимался в детстве. Вот. Я снимался в рекламе Теле2. Мне было лет 5. А снимался, потому что у меня актеры, родители, они пытались понять вообще, ну, актерство это мое или не мое. Походу, это было не мое, потому что мне не нравились те роли, которые мне давали. Меня больше музыка привлекала. Я прям влюбился в девочку маленькую. Я прям как будто свою дочь видел. Да. Захотелось тоже дочку. Я вот думал, сын или дочь, вот я понял, что это дочь. Как захотелось бы сделать? В декабре 2021 года я проснулся от кошмара ночью. Вот. Я, короче, текст написал за 20 минут. Сразу. Я приехал, в тот же день записал, вот, и понял, что записал что-то важное. То есть даже не синхрон? Да, ну, приезжаем Макса назад, денется. Иисуса распяли на гиб. Читать два раза быстрее надо было? Быстрее, два раза быстрее фонограмму. Читать, соответственно, тоже два раза быстрее. Потому что там зашиты глубокий смысл. Надеюсь, эти глубокие смыслы вы прочитаете в этом клипе. Увидите, поймете. Голоса надрывали, друг друга любить они давно перестали. Карикатура, шарж и мимо. Клоуны, все. Вид, что автобусный канал. Кто ответит за преступления? Сейчас ночи. Мы начали с 7, некоторые ребята с 3 часов ночи спали. Чтобы вы понимали, как тяжело делать клипы. Готово. Где оператор, постановщик? Все, пошел. Тормозим, вперед, и потом ты просыпаешься назад. Это все снимается очень долго. Так что цените творчество людей. Это все тяжелый процесс. Это длинно, это тяжело. Это ночь не спать, это не кушать ничего. А ты уколол? Это конец. Я проверил. А можно сейчас пока отойти, раз. Я посмотрю? Поэтому, если вы увидите чей-то клип,
или там песню, обязательно оцените, похвалите, поддержите артиста.